Они готовятся к тому, чтобы уехать. Со стену. Ее станки пролетают еще 400 метров по треку. Осторожней! Несмотря на крики рабочих, уже слишком поздно. Несколько минут спустя Джей Джонсон делает все возможное, чтобы вырваться вперед. Они так близко, что их можно связать вместе. В середине заезда на шестом круге, когда Майк выходит из виража, его переднее колесо начинает вилять. Большинство гонщиков огибает его. Гонщик упал на трек. Удар ракеты сталкивает две 450-килограммовые бомбы, и они оказываются в озере горящего ракетного топлива. Пожарная команда корабля пытается погасить огонь, но тут взрывается одна из бомб. Огонь об... Для трех человек, находящихся внутри, это стало большой неожиданностью. Во втором доме также есть люди. Удивительно, но он остается невредимым. В перекрестку горит зеленый свет.